Вопрос крайне важный, и несмотря на такое минимальное финансирование по переданным полномочиям, которые у нас имеются, тем не менее, мы вот уже с активной группой собирались, и с Ольгой Владимировной Балякиной, со многими депутатами, и очень важно, что поддерживают, ну, практически нет ни одного человека, который бы к этому отнесся среди жителей, так сказать, негативно. Поддерживают этот вопрос, потому как есть уже проектное решение, мы подготавливаемся на поддержку со стороны президентского гранта. Буквально в ближайшее время будем собираться с предприятиями, с тем, чтобы также совместно, как и Обелиск, так же, как и 5 комсомольских строек, совместно вот попробовать реализовать этот крайне важный жизненный проект на территории Балаковского муниципального района, чтобы он был и красивым, правильным, удобным, и смог найти решение вопроса между тем засилием, наверное, так уже можно сказать, количество собак на территории, в то же самое время был гуманным и поддерживался именно защитниками животных.